будет очень классная игра. Правила такие: если крокодил не закрывает пасть, не кусает тебя, то ты берешь один сюрприз. А если он укусит, то нельзя брать сюрпризы. И кто больше наберет сюрпризов, тот и победитель. Ну чё, начинаем! Камень, ножницы, бумага. Ой, не надо падать. Сюрприз Маше и медведям. Оранжевая капсула. Но хочу Машу. Нет, это то Мишка. Ну я тоже очень рада. Кстати, мне такой же попадался. Это Мишка, который хочет поймать рыбку. Вот у него желтая удочка. У него рядом ведерко. Интересно, сколько рыбки он уже поймал. Ну что, твоя очередь. Ну что, я попробую. Ура! Так, беру вот этот сюрприз. Какие-то бегемоты. Капсула желтая. Так, посмотрим, что это. Сейчас попробуем собрать. Ой, это самолетик, который надо собирать. Ой, тут мне не понравилась эта игрушка. Я не хочу ее собирать. Давайте следующую. Ее. Возьму вот этот шарик с кроликами. Ой, смотрите, мне попался кролик с такими длинными ушами, и он дотронулся до звезды. Ух ты! У него еще на ушках такие маленькие-маленькие звездочки. Очень милый! Это кролик-девочка, наверное. Я тоже хочу поймать звезду. Ну все, моя очередь. Ура! Маша и медведь, сюрприз! Оранжевая капсула! Интересно, там будет Маша или медведь, или кто-то другой? Ой, это Маша! Это Маша, которая играет в хоккей! Вот буклетик! Нам тут как раз попался недавно вот этот Мишка! Теперь моя очередь! Возьму вот этот Kinder Joy «Звездные войны». Ух ты, кто это? Я этот фильм не знаю, поэтому не знаю, кто это. Его можно повесить на рюкзак. У него крутится голова. Попробую я теперь. Ой! Ну все, тебе нельзя брать сюрприз. Следующая очередь. Открывайте ротики, попробуем еще раз. Я опять нажимаю. Надеюсь, он меня не укусит. Ура! Так, возьму Чупа-Чупс. С игрушками из мультика «Три кота». О, все рассыпалось. Так. О, кто это? Напишите в комментариях, как зовут эту кошечку из мультика «Три кота». Мне нравится эта игрушка. Теперь моя очередь. Ура, последний сюрприз. О, а тут Сопкин шоколадка. Смотрите, какой красивый брелок. Я так люблю шоколад. Я так рада, что мне попалась эта игрушка. Стоп, игра закончена. Победил вот этот крокодильчик. Он открыл больше сюрпризов. Здесь остался один. Это будет общая игрушка. Хорошо. Нет, это будет моя игрушка. Да, тебе за то, что ты была судьей. Ура! Сюрприз Kinder для девочек. Надеюсь, там будет интересная игрушка. Ой, там мама с лисенком. Ух ты, какая милая. Это похоже на белочку. Но почему у нее такой мешочек с малышом, как у кенгуру? Это очень странно. Она из Австралии. Она из Австралии, значит, это кенгуру. А может быть, это такая белочка? Пока-пока, ребята. Мне понравилась сегодняшняя игра. А вам? Поставь лайк, если да. Увидимся в следующем видео. Приходи на другие видео вместе с нами. Выбирай.